Полицейские в Казани изъяли крупную партию наркотиков. По подозрению в покушении на сбыт запрещенных веществ был задержан 27-летний казанец. По версии стражи порядка, ранее судимый мужчина, находясь в лесном массиве вдоль трассы М7, забирал наркотические средства из закладок для дальнейшей продажи мелкими партиями. При задержании у него изъяли порядка 40 граммов гашиша и 50 граммов амфетамина. По факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. На время следствия в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.